Вот сегодня у нас 8 августа 2024 года. И вот шарика со всех сторон показать, какой он породистый. Какие у него лапки, уши, все синхронно. Вот он, как я вот сейчас покажу рядом. Видите, как вот? Вот на ногах, где черная, когда вот волосинки, грудь какая, и задние ноги у него точно так же, где желтая. Одинаково все. Я уж не говорю, что на глазах вот эти очки у него так, будто на лоб. А теперь с той стороны подверни его. Задом. Задом, шарик. Ну-ка, давай. А вот смотри на ногах теперь, какие у него. Хвост закрыл. Вот. И на ногах вот ровно все везде. Вот пополам шкурку это сделать и даже не подумай, что это две. Ну-ка, еще разверни сюда его. Вот так вот. Ну-ка. А теперь подними. Подними еще разок. Я на задние ноги. Так, подожди. Шарик, ну постой маленько. Вот она на задних ногах. Вот посмотрите, как они у него. Вот, синхронно идут. И в передние. Вот. Ну, даже вымерить можно миллиметром. Это означает, дворняжка очень породистая. А как дворняжка породистая? Ну, как? Вот так. На ногах вот этот рисунок, главное. Ну, везде у него все одинаковое. Ну, и хороший шарик. Его с разъезда привели. Ему лет 12 назад это было. Ребятишки его тут прикормили. А на него пала вина, что он куриц душит. Ну, я говорю, проверить надо. Ну и проверили, не трогает он их куриц. Сделали коробку, тут тогда сено копнами делали. Картонную коробку поставили, и он там в ней жил. Вот, видишь какой. Ну, теперь сделай снимки.